И к другим новостям. Более 10 тысяч жителей Башкортостана вовлечены в программу «Жилстройсбережение». Более 3000 из них уже приобрели недвижимость. Такие данные предоставило Министерство строительства и архитектуры. Участники программы открыли почти 6600 вкладов. Объем средств на них составляет 1,5 миллиарда рублей. Программа «Жилстройсбережение» была запущена в республике в 2014 году. Она предусматривает накопление средств в течение 3-6 лет на приобретение жилья в ипотеку по низкой процентной ставке. При этом участник получает 30% субсидию от государства, которая добавляется к каждому рублю вклада. Это позволяет скопить необходимую на первоначальный взнос сумму. Минстрой отметили, что из-за кризиса в экономике в прошлом году количество вкладчиков снизилось более чем на 11,5%. Для повышения доступности депозита с господдержкой и льготного кредита запустили официальный интернет-портал «Жилстройсбережение». Теперь вступить в программу можно без визита в офисы банков-партнеров. В скором времени появится мобильное приложение для смартфонов и планшетов на iOS и Android. Эта программа, в общем-то, эффективна для людей с небольшим достатком, для того, чтобы сумму первоначального взноса накопить. И как раз со стороны государства определенная поддержка возникает. Вот, поэтому вот среди этих слоев населения, которые, с одной стороны, могут себе позволить что-то откладывать, а с другой стороны, у которых недостаточно средств для приобретения жилья, то вот как раз это категория людей, которая максимально должна быть вовлечена в эту программу. В прошлом году Фонд развития жилищного строительства ввел около 144 тысяч квадратных метров жилья. В этом году запланирована сдача еще 93 тысяч. Всего за 7 лет застройщикам возведено 272 дома, 14 360 семей обеспечены квартирами.